Еще из криминальной хроники: в Москве похищен памятник Евгению Леонову в образе легендарного доцента из фильма «Джентльмены удачи». Скульптура всенародно любимого актера была установлена на аллее кинозвезд на Мосфильмовской улице. Знатоки утверждают, она настолько точна, что на руках персонажа есть даже татуировки. Полицейская собака потеряла след в конце улицы. Есть версия, что похитителей поджидала машина. Редиски. Лучше доцента не скажешь.